коротко идею названия суд. Хорошо? Очень добрый хорошо. Добрый день, меня зовут Кирилл Зелень. Я представляю проект Биткарма. У вас есть книги? Система массовой репутации. Нет, почему? Я думаю, здесь публика достаточно образованная, опытная. Все прекрасно понимают, как работает система репутации в таких сервисах, как Airbnb, на интернет-аукционах, сервисах фриланса. То есть они выполняют очень важную вещь. Они позволяют, производят фактически доверие, они позволяют первым встречным людям, незнакомым друг с другом, совершать взаимодействие достаточно эффективное. Я разрабатывал достаточно долго с теоретической точки зрения систему репутации на блокчейне. Это система, в которой у каждого человека есть одна репутация на всю жизнь. И фактически она позволяет, то есть это некоторый кредит доверия, который... благодаря которому можно преодолевать многие барьеры, которые существуют сейчас в централизованных сервисах. То есть, если у вас есть прекрасная, допустим, репутация на фрилансе, она не поможет вам устроиться на работу или принять на работу сотрудника, которого вы сможете доверять, купить квартиру без рисков или продать машину и так далее. То есть, да, нужны, собственно говоря, разработчики. Есть единомышленники, которые с теоретической точки зрения готовы. Есть даже инвесторы, которые готовы в это вкладываться, но конкретных разработчиков пока нет. Спасибо. Кирилл победил. Да, кстати.